Здрасте, здрасте. Баба Настя. Привет, братан. Или хочешь, будешь спать, а я спою. Да, утро, потому что я только проснулся. Всем здрасте. Ну как только, час назад где-то. Сижу, значит, пью чай. Да какой день? У счастливых людей утро в 4:30. Нет, шучу. Я не счастлив. Шучу счастлив. Просто проснулся поздно. Выспался сегодня. Я вчера с Минска приехал в 10 вечера. Начинал редактировать видеовлог из Москвы и где-то до 2 ночи. Вот. Ну, сделал пару секунд буквально. Сейчас вам покажу, я делаю интро. Да, чай гоняю, если можно так сказать. Третья кружка чая подряд. А, 4 часа дня сейчас. Спасибо. Зеленый чай, я черный не пью. Не принципиально, а потому что не люблю. Я не расист, чайный какой-нибудь вам. Где я? Я дома в Гомеле. Да, пел «Белые ангелы», потому что подсел на... я не знаю, как читается правильно. Короче, чуваки есть классные. Вот есть Капелла, может быть, вы знаете. Он в Black Star Mafia. Он делает ремиксы очень крутые. Биты там всякие написаны, типа. Ща. А есть, короче, я так понимаю, они либо дружат, либо это от Капеллы. Есть еще VND3M Vansism. Короче, я не знаю. Так вот, нравится, короче, чуваки эти, которые на русские песни делают миксы. Например, есть старые песни всякие с фабрики, которые все любят, точно. Например, я очень люблю. Вот крутой очень микс. Если знаете песню эту старую, типа «Я это ты, ты это я». Типа такая. Я не знаю, откуда она, но... Короче, я знаю, что в детстве я под нее зажигал. Вот, и в ремиксах очень клево все. Спасибо. Люблю белый чай. Я не знаю, как одеть кепку, чтобы было не смешно. Ну ладно. Что не судьба нам быть вдвоем. Знаете, помните эту песню старую? Не, без кепки давно, простите. Об одном. Я это ты, ты это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты. И никого не надо нам. Пою чай. Все, что сейчас есть у меня, тебе одной отдам. Пусть говорю. Вот такая вечеринка. Полночи подбирал вчера песни для нового влога из Москвы. Тут кто-то просто писал, типа, сними о съемках, но там будет влог с Москвы, но съемки будут не я фотографирую, а меня. Не знаю, интересно это или нет. Вам. Ну там, короче, ну блин, влог обычный, господи, что я выпендриваюсь. Все, пипец. Шучу, сейчас приду.